Всем доброе утро! Сейчас у нас последний день соревнований, и сейчас я шагаюсь к хобби по нашему привычному месту. О, Тина пришла. Вот, сегодня мы уже едем 120, потому что нам, если вы могли бы понять, что я в эти старты еду уже высоту на них обоих с ластом, как я ехала на Оскаре, пытаюсь ехать хорошо. Вот, и пока у нас было все хорошо и замечательно. Нам надо держать планку, чтобы потом подниматься еще выше, а не как бы падать вниз. Ну, хотя, возможно, это и придется делать, не дай бог, чуть-чуть. Но как бы, чтобы потом все равно подняться вверх, чтобы перейти уровень Оскара. То есть Оскар прыгал до 130, а эти, они способны прыгать, ну, повыше, я думаю. Сейчас очень хорошая погода и очень грязная лошадь. Так, собаки вышли, пойдем. Пойдем, пойдем. Что ты ему отвечаешь? Пойдем.